Еще тогда, когда стало понятно, что своего старшего ребенка, сына Арчи, принц Гарри и Меган Маркл позиционируют как рыжеволосого, многие задались вопросом, но как? Ведь ген рыжины, рецессивный и в комбинации с носителями генов другого типа уступает им, как доминирующим. Рыжие дети рождаются лишь в том случае, когда оба родителя – носители рецессивного рыжего гена, даже если у одного из них это и не проявляется внешне. Именно поэтому натуральных рыжих в мире не так уж много – 0,1–0,2 от всего населения планеты. Но как я люблю повторять, жизнь богаче схем. Например, в моем классе учились сразу две ярко-рыжие девочки. И ту, и другую звали Олеса Соева. Нет, не родственницы. То есть в одном среднестатическом российском классе бомба упала в одну воронку дважды и преподнесла одноклассникам и педагогам сюрприз в виде Оли Рыжая Сысоева 1 и Оли Рыжая Сысоева 2. Возвращаясь к сасексам. Многие удивились, рассматривая их праздничную открытку, презентованную публике накануне Рождества. Ну, допустим, Арчи у пары родился рыжий, природа и генетика пошутили шутку, и рецессивный рыжий ген Гарри возобладал над куда более сильным доминирующим. И не только над рыжими, африканским генотипом Меган. Но судя по фото, где фигурирует и Лилибет, рыжих детей в семье уже двое. В это многие поверили с трудом. Тем более, что сассексы столько раз выдавали желаемое за действительное с последующим разоблачением, что, увидев сразу двух рыжих малышей, большинство повело себя как Станиславский, воскликнув «не верю». И помянули фотошоп. Но, как уже сказано выше, наибольшая, практически единственная, вероятность рождения у пары рыжеволосых детей появляется в том случае, когда оба родителя являются носителями рецессивного рыжего гена. Гарри – классический представитель племени рыжих. Унаследовал ли он это от отца-конюха от Виндзоров или от Спенсеров, где рыжие имели место быть, не принципиально. Но ведь и Меган родилась не только у мамы афроамериканки Дории, но и у папы Томаса, ярко выраженного европеоида, с голландскими и ирландскими корнями. Огненно-рыжий цвет волос многих ирландцев вошел в пословицы и поговорки и даже считается типичным признаком представителей коренного населения Ирландии. Если взглянуть на цветные фото, на которых запечатлен папа Томас, можно заметить, несмотря на то, что снимки слегка поблекли от времени, у Гена Маркла имеется заметный уклон в рыжину, пусть и не такую яркую, как у принца Гарри. Например, на этом снимке, на фоне черных волос дочери, борода Томаса явно имеет благородный темно-рыжий оттенок. У многих мужчин цвет волос может отличаться от цвета бороды, и у жгучих брюнетов на макушке растут черные волосы, а на подбородке и верхней губе – вовсе даже рыжие. Кстати, и старший единокровный брат Меган Маркл, Томас Маркл Эммель. Рыжеват, возможно, именно в отца и его ирландских предков. При этих допущениях, Меган Маркл может являться латентным носителем рецессивного рыжего гена, что, в сочетании с явной рыжиной супруга, принца Гарри, вылилось в двух рыжих детей. Так что законы биологии в данной ситуации объясняют все, без каких-либо конспирологических теорий. А вы как думаете? Пишите в комментариях.